Здравствуйте. Я Виктор Куликов и программа «Терроризм без маски». Программа об идейных корнях и формах терроризма. О том, как спецслужбы противодействуют терроризму. О том, что можем сделать мы с вами, чтобы остановить эту угрозу. Сегодня мы расскажем об истории возникновения терроризма, его сущности и идеологии. Вспомним об итальянских красных бригадах, о теракте в московском метро 1977 года и о захвате в заложники пассажиров самолета Ту-154 в ноябре 1991. С нашими гостями поговорим о корнях и питательной среде терроризма, о том, какими бывают террористические акты и об их трагических последствиях. Покажем тех, кто под прикрытием псевдорелигиозных догм сеет страх, разрушение и смерть. Так что же такое терроризм? Мы опросили жителей двух российских столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Терроризм – это, по большому счету, это насилие и возможность физического уничтожения определенного количества людей или определенного человека. Тут не должно быть вообще в лексиконе этого слова, и чтобы никогда не было на земле терроризма. Хотят на свой лад все перескроить. Даже само слово, оно уже в теле мурашки вызывает. А если это представить, что это такое, это, наверное, ничего более страшного, наверное, на свете нет. Это, большое зло. Не только для нашей страны, но и для всего мира. Это боль, это отчаяние, это потеря близких людей для кого-то. И это, конечно, страшно. В общем, все сходятся в одном. Терроризм – страшное зло, ведущее к гибели невинных людей. Однако специалисты до сих пор не могут прийти к единому мнению, какого рода экстремистские действия можно назвать терроризмом. В Федеральном законе Российской Федерации о противодействии терроризму записано: терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и или иными формами противоправных насильственных действий. Эта формулировка стала основной в антитеррористических законах стран СНГ. С нею согласны и во многих странах Западной Европы. Тема нашей передачи – терроризм, угроза миру. Национальный антитеррористический комитет НАК был создан согласно указу президента о мерах по противодействию терроризму от 16 февраля 2006 года. В соответствии с указом комитет обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму. Комитет также готовит предложение президенту Российской Федерации по организации контртеррористической деятельности. Террор, как явление, известен миру давным-давно, уже несколько тысяч лет. С латыни это слово переводится как «страх», «ужас». И первыми современным наполнением этого слова столкнулись римляне. У террора вообще очень древняя история на самом деле. Равальяк убил Генриха IV, это тоже форма терроризма. Мы сплошь и рядом в истории, когда Брут убивал Цезаря, это, можно говорить, тоже это теракт. Уже в первом веке римляне столкнулись с организованным террором в Иудее. Именно здесь, почти 2000 лет назад, возникла секта сикариев, взявшая на вооружение террор. Сика – древнееврейский боевой нож, проще говоря, кинжал. Сикарии, соответственно, кинжальщики. С помощью этого оружия они расправлялись со своими врагами. Среди них преобладают в значительной мере совершенно психически здоровые люди. И зомбирование – это тоже обывательский миф. На самом деле это социальный феномен. Теракты случались во все эпохи, особенно в темные, кризисные времена. Так, в средние века акты терроризма участились в момент раскола шиитов в арабском халифате. Секта исмаилитов по-своему трактовала Коран. Тогда появилось так называемое «тайное крыло ассасинов». Это были незнавшие жалости, жестокие убийцы.
Они первыми в исламском мире придали терроризму характер религиозного самопожертвования. Настоящий террорист – это не исполнитель, не киллер, а тот, кто организует и тот, кто освещает эти явления. И пока внимание общества не будет сконцентрировано на этом высоком эшелоне, ничего не будет. Ближе к 20 веку к терроризму активно прибегали и тайные общества в Индии и Китае. Они это делали под вывеской национально-освободительных движений. В Индии, например, члены секты душителей уничтожали своих жертв с помощью шелкового шнурка. Этот способ убийства они считали ритуальным жертвоприношением богини Кали. Возникновение теории и практики терроризма в России не было чем-то уникальным. Политические убийства в Европе случались и ранее. Они совершались как отдельными лицами, так и организациями. Например, Феличи Орсини в 1858 году бросил бомбу в карету французского императора, а итальянские карбонарии не раз покушались на жизнь королевских особ. Лишь в последние трети XIX века к террору все активнее начинают прибегать революционные организации в разных странах. При этом террористическая активность того времени в России часто становилась своеобразным образцом для подражания за рубежом. Террор в России в конце 19 века, это было, конечно, бедствие. Было огромное количество терактов. Стреляли и, так сказать, взрывали налево и направо. Терроризм оказался в России весьма живучим. Каждое из следующих поколений русских революционеров вновь брало его на вооружение. Причем интенсивность и размах террористической борьбы оказывались с каждым разом все масштабнее. После революции как раз основная борьба за власть разгорелась между большевиками и эсерами. Почему Савенко в дальнейшем стал, в общем, злейшим врагом большевиков и, как известно, вернулся к террористической работе уже после 17-го года. В 25-м году его выманили за границей, он, значит, был на Лубянке, в ЧК, так сказать, и выбросился из окна. Вот, так сказать, некоторые считают, что это, так сказать, было убийство, некоторые все-таки считают, что это было самоубийство. Я скорее думаю, что это было действительно самоубийством. Началом нового витка терроризма в нашей стране историки считают теракт в московском метро в 1977 году. Тогда погибло 7 человек, и еще 37 человек получили ранения различной тяжести. Взрыв совершили армянские националисты. На суде главным мотивом своего преступления они назвали стремление вернуть Армении Нагорный Карабах и Нахичевань. Все трое арестованных террористов были приговорены к высшей мере наказания. К сожалению, в наше время подобными событиями никого не удивишь. А тогда теракт вызывал у всех настоящий шок. Взрыв метро представлялся нереальным, абсурдным. Поверить в это было невозможно. Почему взрыв метро произошел именно в 1977 году? Что это? Случайность или трагедия стала результатом каких-то, пусть до поры незаметных, но перемен в советском обществе? Этот вопрос я задаю гостю нашей студии. Александр Торшин, первый заместитель председателя Совета Федерации, в сентябре 2004 года был назначен главой парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане, Республики Северная Осетия, Алания. Член Национального антитеррористического комитета. Вся мощь КГБ СССР навалилась на раскрытие этого дела. Сейчас сложнее, сейчас этих терактов гораздо больше. Но и сейчас вполне возможно на ранних стадиях предупреждать. Совсем недавно, накануне Дня города, был задержан, ну, достаточно редкий по нынешним временам случай, живой человек, который имел пояс смертника, вот, и который намеревался произвести подрыв во время празднования Дня города. Методы террористов с годами не меняются. Или все же есть отличия? Вы знаете, по-разному. И старые методы вовсю идут, и появляются новые. Вот сейчас, кстати, не первый раз уже. В 2004 году тоже начиналось с того, что теракты были без объявления причин. Вот просто пропали два самолета у нас, подрывы, да? Просто взрыв у метро, просто взрыв в самом метро. Никаких причин не объявлялось. Потом нападение на Назрань,
И тут уже во весь рост, так сказать, Басаев на экране. После этого жуткая вещь «Беслан», где уже там целые требования носили чисто политический характер. Потом снова тишина. И вы знаете, вот удивляет и настораживает 2009 год, что, обратите внимание, теракты на Северном Кавказе без объявления политических требований. Молча, втихую. Сейчас просто убивают, и все. Слово «терроризм» часто ассоциируют с красным цветом. Наверное, потому что это цвет крови. Хотя об этом вряд ли думали те, кто в 70-е годы прошлого века создавал печально известную террористическую организацию «Красные бригады». Скорее, организаторам «Красных бригад» уже самим названием хотелось привлечь к себе пристальное внимание. На счету «Красных бригад» несколько чудовищных преступлений, всколыхнувших в то время всю Европу. «16 марта 1978 года. Группа из 5 членов «Красных бригад», одетых в форму авиакомпании «Алиталия», устроив засаду, убила 5 телохранителей известного итальянского политика Альдо Моро и схватила его самого. Похищение Моро «Красные бригады» пытались использовать для давления на итальянское правительство. Они добивались официального признания группировки в качестве повстанческого движения. Однако правительство от переговоров с похитителями отказалось, и спустя 56 дней Моро был убит. Один из руководителей террористов Марио Моретти заявил позже, что убийство Моро явилось крайним выражением марксистско-ленинских революционных действий. Но этот показной теракт не добавил сторонников коммунистическим идеям в Европе. Красные бригады образовались, как тогда это было, вот был такой взлет на основе стремления к борьбе с империализмом, за справедливость, за социальную справедливость и так далее. И это был не первый теракт красных бригад. 4 годами ранее, в июне 1974 года, были убиты 2 члена итальянской неофашистской партии «Итальянское социальное движение». В 1975 году итальянская полиция установила, что на одной из ферм члены красных бригад удерживают промышленника Валарино Гончия. В последовавшей перестрелке погибли 2 полицейских и жена создателя и лидера организации Маара Кагол. На определенном этапе вот эти организации, они в них происходило проникновение спецслужб той или иной стороны к тому же с идеями использования их в своих интересах. В частности, когда был похищен, ну, известное покушение на папу, которое очень старательно привязывалось к тому, чтобы через болгарские спецслужбы, значит, обвинить Советский комитет госбезопасности в организации этого покушения. В 1979 году был убит член коммунистической партии Италии и организатор профсоюзного движения Гуидо Росса. И только тогда последовала реакция властей. Убийство популярного лидера окончательно лишило группировку возможности рассчитывать на рабочих, на которых изначально была ориентирована пропаганда красных бригад. Сами основатели группировки были арестованы сразу же после организации первого политического убийства. На процессе против них давал показания один из членов организации, который был тайно внедрен в нее итальянской секретной полицией. И еще один факт. Красные бригады активно сотрудничали со многими экстремистскими организациями подобного толка в других странах. Одной из основных причин терроризма как явления называют огромную разницу в уровне жизни богатых и бедных стран. В Италии 70-х годов прошлого столетия таких проблем вроде бы не было. Вполне развитая европейская страна, без радикальных националистических идей. И вдруг красные бригады. Причем создают эту организацию студенты Твентовского университета, ребята из состоятельных семей, у которых, казалось бы, все должно быть в порядке. В чем же здесь причина? Тут много факторов очень. Знаете, ну почему, скажем, убийство милиционера в Москве – это покушение на жизнь представителя власти, а убийство милиционера в Махачкале – обязательно теракт.
Почему это происходит? Наверное, конечно же, и протест, и наши аналитические структуры говорят о том, что некоторых представителей правоохранительных органов убивают не просто так. Не за то, что они носят погоны, а за то, что они участвовали в переделе собственности, допустим. Да? За то, что они участвовали в каких-то преследованиях родственников на Кавказе, очень тесно. Там все друг друга знают и ничего не прощают. Можно быть человеком бедным, но все равно как-то пытаться другими способами реализоваться. В Советском Союзе неравенство тоже, конечно, существовало, хотя официально об этом старались не говорить. Существовала и еще одна проблема – невозможность свободного выезда за границу. Некоторые питали иллюзии, что за кордоном райская жизнь и нет никаких забот. Напомним лишь о некоторых наиболее громких терактах, совершенных в СССР после 70-х годов 20 века. ...1970 год. Батуми. Первый состоявшийся акт воздушного терроризма в СССР. Отцом и сыном Бразинскасами был захвачен пассажирский самолет Ан-14. При этом была убита бортпроводница Надежда Курченко. Тяжело ранены два пилота. 1973 год. Москва. Трагическая попытка захвата пассажирского самолета Ту-104. Один из пассажиров пронес на борт бомбу и потребовал лететь в Китай. Находившийся на борту вооруженный милиционер попытался обезвредить преступника. Тогда тот привел взрывное устройство в действие. Все находившиеся на борту люди, а их было около 100, погибли. Четыре учащихся старших классов, вооруженные огнестрельным оружием, захватили пассажирский самолет Як-40 и потребовали $1.5 миллиона и свободного вылета в Скандинавию. В ходе штурма два угонщика были убиты, двое сдались. Было ранено два члена экипажа и двое пассажиров. 1983 год. Батуми. Захват самолета Ту-134. Действовала группа вооруженных преступников из числа золотой молодежи. Дети высокопоставленных родителей из Грузии пронесли оружие через депутатский зал. Во время попытки обезоружить юных террористов погибли два летчика, стюардесса и два пассажира. 1986 год. Уфа. Трое солдат из полка внутренних войск МВД СССР во время несения караула завладели оружием и захватили такси. По дороге в аэропорт расстреляли двух милиционеров, захватили самолет Ту-134, убив двух пассажиров. В результате штурма, осуществленного сотрудниками группы «Альфа», один из террористов был убит, второй ранен и впоследствии расстрелян по приговору суда. 1988 год. Иркутск. Один из самых дерзких терактов в истории СССР. Семья Овечкиных из 11 человек, участники ансамбля «Семь Симеонов», захватили пассажирский самолет Ту-154. Террористы потребовали взять курс на Лондон. Во время дозаправки был проведен штурм. В результате теракта погибли три пассажира, бортпроводница и пятеро угонщиков. 36 пассажиров получили ранения. Самолет полностью сгорел. Изучая статистику, я заметил, и меня удивило. Ни одного факта о терактах на почве религиозного фанатизма. Может быть, тогда не было для этого причин? Почему именно после распада Союза терроризм в полную силу заявил о себе? Террористы очень быстро адаптируются к методам противодействия. И вот сейчас, пожалуйста, ну где бандподполье? Если бы они сидели в лесу, кадыров и кадыровцы давно бы нашли. Да? Вымыли бы или поубивали. Ну вот. Но их нет, понимаете, они появляются как бы ниоткуда. Хотя можно понять, откуда. У нас нет государственных границ внутри Российской Федерации. Они могут прийти из Ингушетии, они могут прийти из Дагестана. Они вовсю пользуются свободой передвижения. Вот. И тактика другая. Понимаете, вот от партизанской войны перешли к диверсионным актам. Диверсионные акты — это совсем другое. С ними бороться тяжелее. Если раньше красавцы такие, Басаев выходил, вот они бородатые, красивые, вот они с зелеными лентами с этими, да, эффектно, да? Но сейчас нет. Понимаете, сейчас наоборот делают все таким образом, чтобы не было ни свидетелей, ни тех, кто мог бы, кого можно было бы допросить. А в связи с участившимися террористическими акциями на территории Северного Кавказа в настоящее время, не преждевременно ли было решение президента о приостановке режима контртеррористической операции? Рано или поздно КТО надо было заканчивать. Мне показалось о том, что именно пора.
именно пора, что чеченские власти и чеченские правоохранительные структуры владеют ситуацией. С маленькой поправкой. Дело в том, что мы должны понимать, что сейчас тактика изменилась. Если раньше было бандподполье, которое уходило в лес, да, вот сейчас в лес идти нет смысла никакого. Потому что есть сопредельное государство, где можно отсидеться и оттуда уже выходить. А ведь Грузия является сопредельным государством и с Ингушетией, и с Чеченской республикой, и с Осетией. Очень сложное явление. Тем более, что терроризм, видите, сейчас стал, в общем-то, индивидуальным уже практически. Вот этих банд-групп все меньше и меньше. Террористы-одиночки, террористы-смертники. А ведь в голову к человеку не залезть. Что ему там переклинило? Может быть, его обидели на всю жизнь, он пытается таким образом отомстить. Может быть, он хочет решить какую-то проблему. Ну, они бывают очень разные. Каждый случай индивидуальный. И все валить на экстремистские религиозные организации я бы не стал. А разбираться надо конкретно. И больше внимания уделять молодежи. Больше. Вот я так считаю. Спасибо большое, Александр Порфирьевич, за интересную беседу. Далее в программе. Захват в заложники пассажиров самолета Ту-154 в ноябре 1991 года. Террористическая атака на мировой торговый центр в Нью-Йорке. Теракты в театральном центре на Дубровке и в Беслане. Республика Дагестан – еще одна болевая точка на карте Российской Федерации. Как уберечь молодежь от вербовщиков псевдоисламских идей? Начало нового столетия потрясло весь мир очередной волной терактов. Некоторые политологи считают, что это и есть Третья мировая война. Война без линий фронта. Трудно предсказать, где террористы нанесут очередной удар. Изменилась ли в 21 веке геополитическая ситуация в мире? Этот вопрос я задаю нашему гостю в студии. Леонид Ивашов, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем. До 2001 года был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ. Инициатор Приштинского броска российских десантников в Косово, что наряду с жесткой антинатовской и антиамериканской позицией явилось основанием для освобождения Леонида Ивашова с поста главного военного дипломата России. Доктор исторических наук, профессор, специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений. Западная цивилизация, которая вот после распада прежней Потсдамской Ялтинской системы вдруг возмечтала стать монополистом и построить однополярный мир, она потерпела неудачу. И мы видим, что сегодня наступает эпоха смены лидеров, появления новых полюсов. Вот. Мы видим Китай, Япония, Корея, они формируют вот этот достаточно мощный полюс мира, и где-то через десятилетия они будут уже, по сути дела, диктовать условия. Естественно, в этой ситуации западный мир, западный полюс, он делает все возможное, чтобы остановить вот такое развитие событий. Он не хочет уступать пальму первенца. И на этом фоне мы видим исламский мир. А 21 век будет миром цивилизации уже, не отдельных государств, не группы, даже не военных блоков, а будет миром этнокультурных цивилизаций, мировых цивилизаций. И исламский мир вот тоже начинает в этой ситуации обретать некую самостоятельность. И, естественно, вот предпринимается со всех сторон, прежде всего со стороны Запада, различные акции, проводятся операции с тем, чтобы вот самому выстоять, а других несколько затормозить. Сентября 2001 года захваченные террористами самолеты были направлены на цели в Нью-Йорке и Вашингтоне. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, один в здание Пентагона и еще один разбился в Пенсильвании. Ответственность за теракты взяла на себя международная террористическая сеть «Аль-Каида». Всего в результате трагедии 11 сентября погибли более 3000 человек, граждан многих государств. Религиозная составляющая международного терроризма в значительной мере стала преобладать. Причем преобладать именно с позиций исламского мира в целом, но с выделением в нем вот фундаменталистского направления, направления, которое получило название исламизма. Год спустя, в октябре 2002 года, крупный теракт произошел в Москве.
40 боевиков захватили в заложники зрители мюзикла «Норд-Ост» в здании театрального центра на Дубровке. В ходе операции по освобождению заложников были ликвидированы все террористы. В результате теракта погибли 130 человек из числа заложников. Еще через два года, 1 сентября 2004 года, в школе номер один североосетинского города Беслан бандитами были захвачены заложники. В течение трех дней террористы удерживали в здании школы 1128 человек – детей, их родителей и сотрудников школы. Тогда погибли более 350 человек – 1% населения города. Половина погибших – дети. Около 500 человек были ранены. Убит 31 террорист, один арестован и впоследствии приговорен к пожизненному заключению. 17 сентября 2004 года ответственность за теракт в Беслане публично взял на себя Шамиль Басаев. До этого Басаев уже брал в заложники мирных граждан. 14 июня 1995 года в город Буденновск Ставропольского края ворвались два КАМАЗа с вооруженными людьми. 17 июня боевики захватили Буденновскую городскую больницу. Как они вышли за пределы Чечни? В чем причина? Это, наверное, главный вопрос. Да все очень просто. У нас отсутствовал режим чрезвычайного положения. Днем все граждане Российской Федерации, а ночью он боевик. Дороги во все стороны были открыты. Поэтому и Басаев со своей бандой, и Салман Радуев со своей бандой, они сумели легко выйти за пределы, сосредоточиться там, проехать. В ночь на 17 июня начался штурм захваченной больницы. Боевики, прикрываясь заложниками, в основном женщинами и детьми, на предоставленных автобусах выехали к чеченской границе. 20 июня Шамиль Басаев заявил в эфире радио «Свобода», что он готов выпустить всех заложников в обмен на письменные гарантии для себя и своих людей. Недалеко от горного селения Зандак заложники были освобождены. В результате бандитской акции в Буденновске погибли 130 мирных граждан, 18 работников милиции, 18 военнослужащих, свыше 400 человек получили ранения различной степени тяжести. В заложниках находились около 2000 человек. Ко мне напросился на переговоры Масхадов, и после переговоров с ним, а с ним был Ширвани Басаев, я их на вертолете убедил вылететь в Буденновск, чтобы они угомонили, так сказать, Басаева, чтобы он отпустил людей, еще жертв не было. И это не удалось, Басаев отказался от этого. И вот представьте себе, я этих двух бандитов назад отвез. Потому что дал слово, мы не можем взять на вооружение методику террористов. 9 ноября 1991 года группа из трех террористов захватила 178 заложников на борту пассажирского самолета Ту-154. Среди террористов, захвативших лайнер, был ничем не примечательный на первый взгляд бывший студент Московского института инженеров землеустройства и бывший защитник Белого дома во время событий в августе 91 года Шамиль Басаев. Лайнер угнали в Турцию, где заложники были освобождены. На пресс-конференции террористы потребовали не допустить ввода регулярных частей российской армии в Чечню. Теракты случаются в различных регионах мира. Среди них Япония, Испания, Великобритания, в том числе на религиозной почве. Но почему именно в мусульманских странах в последнее время происходит такой всплеск терроризма? Ну, во-первых, терроризм – это продукт политики. Что происходит с исламом? Ну, я в силу своих занимаемых должностей имел огромный объем разведывательной информации. И вы знаете, некоторые вещи я не мог понять. Вот где образуется радикальная исламская группировка, потом течение, вот когда мы начинаем наблюдать за ее развитием, то вдруг обнаружим, что финансовые потоки прежде всего идут через спецслужбы, через другие структуры с Запада. В Гарвардском университете я одному уважаемому и известному профессору американскому задал этот вопрос. Я говорю, неужели вы не видите? Вы в
финансируете, вы помогаете в становлении вот этой террористической, радикальной исламской организации, но в конечном итоге вы же потом становитесь объектом деятельности. И вы знаете, он сказал мне, исламский мир, если будет развиваться так, как вот Европа, как вообще западный мир, то это он представит огромную угрозу. А вот эти радикальные религиозные течения, они тормозят развитие исламского мира. Вот когда формировался Талибан, известный на слуху у всех, это рассадник терроризма, естественно, создавали его Центральное разведывательное управление США, Объединенное разведывательное управление Пакистана, там, ну, другие уже как бы просто участвовали в этом. Так вот, когда пакистанская сторона поставила вопрос, что создавать организации боевиков-маджахедов без религиозной основы. В Пакистане понимают, что такое фанатик мусульманин. Так вот, американцы настояли, чтобы именно сначала формировать религиозный фанатизм, а потом уже из этого фанатика формировать боевиков. Так что здесь везде политика. Да, исламский мир более других цивилизаций не воспринимает западные стандарты бытия, и более радикально он их отвергает. Суть терроризма за столетия своей истории изменилась мало. Во имя некой великой идеи сеет смерть, разрушение и страх. Террорист всегда действует по принципу «цель оправдывает средства», даже если цель сомнительна, а средства кровавые. Недавно наша съемочная группа побывала в Дагестане. Небольшая справка. Республика Дагестан, субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа. Столица – город Махачкала. Численность населения – более 2,5 миллиона человек, представляющих десятки наций и народностей. Народы Дагестана говорят на языках 4 основных языковых групп. 96% верующих – мусульмане. 17 сентября 1991 года Дагестанская ССР изменила свой статус и стала именоваться Республикой Дагестан. Казалось бы, были созданы все условия для нормальной мирной жизни. Можно было заниматься традиционными для республики виноделием, рыболовством и сельским хозяйством. В этих отраслях занято около 60% населения. Однако экстремистские силы пытаются навязать свою волю, делают ставку на распространение идеологии религиозного экстремизма и проведение масштабных террористических актов. В 98-м Багаудин Магомедов со своими сторонниками организовал радикальную исламскую организацию «Исламская шура Дагестана», которая ставит своей целью образование в Дагестане исламского государства. В том же 98-м братья Хачилаевы с отрядом боевиков захватили и подвергли разгрому здание правительства и Госсовета республики. Далее, в 1999 году, был подавлен ваххабитский мятеж в Западном и Центральном Дагестане. Чеченские сепаратисты избрали Дагестан целью своей активной террористической деятельности. Постоянные набеги групп боевиков, нападения на военнослужащих и милиционеров, террористические акты против мирного населения стали частыми сюжетами в выпусках новостей. Наиболее кровавым стал взрыв жилого дома в Каспийске. Тогда погибли в основном пограничники местного погранотряда и их семьи. Какие, на ваш взгляд, изменения происходят сегодня на Северном Кавказе? С чем это связано? Дело в том, что Кавказ – это важнейший геополитический объект. Это, по сути дела, граница Европы и Азии. И оттуда можно вот через Кавказ и Северный, и Южный особенно, значит, двигаться в различных направлениях. Это очень важно. Ну и плюс там еще присутствуют ресурсы и углеводороды в первую очередь. И не случайно, что вот вся зона там Черноморско-Кавказско-Каспийская зона американцами объявлена где-то десяток лет назад зоной своих жизненно важных интересов. Ни Куба, ни Венесуэла, вот именно здесь. И с этого плацдарма идут не только вот там военные авантюры, а движется и информационная экспансия, движется и экономическая экспансия, но и движется террористическая экспансия. С
Сами жители республики признаются, что теперь все чаще вокруг говорят о религиозном экстремизме. Только для большинства это понятие все равно остается чужеродным. Джихад – это усердие. Усердствовать в направлении чего-то, в направлении достижения какой-то цели. С точки зрения религии, джихад делится на два вида. Первый вид джихада – это большой джихад, а второй – малый. Что такое большой джихад? Большой джихад – это корректировка своих плохих качеств. А что такое малый джихад? Малый джихад – это выйти с оружием в руках в защиту Родины, в защиту интересов земли, отечества. Против кого воевать? Против моего же брата-мусульманина? Воевать против христианина, моего соседа? Не имею права, это мой сосед. Это большущий грех. Такая обеспокоенность происходящим в Дагестане, когда молодые люди подаются в леса под знамя псевдоисламских идей, сейчас присутствует не только среди творческой интеллигенции, но и среди простых жителей республики. Ведь это их сыновья и братья, оказавшись под влиянием религиозных экстремистов, уходят воевать против собственного народа. Я для себя хотела понять причину ухода брата. Я поняла, что это было сделано не уговорами, а именно это было сделано в насильственной форме. Он просто попросил деньги. Когда мы стали интересоваться, на что, он однажды заплакал. Обычный ребенок, учился в школе, любил Расула Гамзатова, любил поэзию дагестанскую, ходил на танцы, увлекался танцами. 2006 год, как я помню, был. Да, он учился в университете, на юридическом факультете, и появилось какое-то увлечение религией. Люди не понимают, что за этим стоит организация определенная, общественные организации, кстати. За этим стоят, ну, некоторые бизнесмены, допустим, что за этим стоят лидеры банд подполья, которые финансируются. И из Запада идет им подпитка. Единственное, что нам сегодня остается, это как-то с этим бороться. С терроризмом надо бороться. Под этим призывом подпишутся миллионы людей во всем мире, разных национальностей и вероисповеданий. Но как и какими методами осуществлять эту борьбу? И вы понимаете, вот главная задача государства, первая, лишить террористов социальной основы. Ни милиционер, ни солдат, ни наш спецназовец не решат, например, проблему социальной справедливости, проблему безработицы, проблему вот нарушения прав граждан со стороны даже правоохранительных органов, прежде всего, и так далее. Можно ли вообще в борьбе с террористами обойтись цивилизованными, гуманными методами? Превентивные меры – видеть все, знать все, предупреждать, снимать некие вопросы, которые толкают на осуществление теракта там, или на уход к террористам, к боевикам. Терроризм процветает в условиях отчаяния, унижения, нищеты, политического угнетения, экстремизма и нарушений прав человека. Он также процветает в условиях региональных конфликтов и иностранной оккупации. Он выигрывает от слабой способности государства поддерживать правопорядок. Это цитата из резолюции «Глобальная стратегия борьбы с терроризмом», принятой единогласно 3 года назад Организацией Объединенных Наций. Терроризм – это угроза всему миру. Угроза для каждого из нас, для наших родных и близких. Часто внешнее спокойствие бывает очень обманчиво. И жизнь по принципу «моя хата с краю», когда большинство населения занимает пассивную, выжидательную позицию, играет на руку террористам. А если где-то царит атмосфера напряженности и страха, то и подавно. Только мы все, сообща, сможем противостоять террору. И только общими усилиями мы сможем покончить с этим страшным злом. Об этом мы поговорим в наших следующих программах. На этом я прощаюсь с вами. Это была программа «Терроризм без маски» и я ее ведущий Виктор Куликов.